Всем привет, друзья! Ну что, биткоин пробил свой исторический максимум. Наконец-то. Друзья, чем можно всех поздравить? Без лишней скромности. 75 тысяч долларов пробиты. И мы идем выше. В данный момент, когда я записываю это видео, мы уже 75 800. И не собираемся останавливаться, похоже, что. Ну, здесь, конечно, был небольшой продавец на Окиксе, который цену чуть-чуть продавил, как мы видим, такой... Злой смайлик, злой такой чуть-чуть хэллоуинский смайлик нарисовал, но это Окекс, на других биржах наоборот, вон тут у нас топ левелс удерживают, это вообще Coin Margin Binance, это не совсем спот, конечно, совсем не спот даже, я бы сказал, финик, много всякой возни, битмекс, вообще что мы смотрим с вами, почему это мы смотрим, скажите, Гриня, у Грини сломался ТРДР, да потому что ТРДР надо все время заново настраивать, подкручивать, как мы здесь оказались на этих парах? Завис ТРДР нафиг. Потому что Candle Wave сейчас надо смотреть, а не ТРДР. У них как раз вышло обновление. И вот Candle Wave в моменте как раз говорит по стратегии открытого интереса, что шорт локальный. Вот мы и видим, боковичок пошел. Короче говоря, да, уже очень-очень слишком overexcited. Мы сейчас с вами не заметим, как сентимент переключится с супермедвежьего на супербычий, ребята. Поэтому ставьте лайк и остужаем голову. Ставьте стопы, ставьте лайки, ставьте тейки, это называется. Вот. Но мы не заканчиваем, мы продолжаем. Смотрим, открытый интерес социальный у нас с вами на all-time лоях. Посмотрите, новые запросы в Википедия, их нету. Все, и либо все уже знают просто, что такое биткоин. Новые подписчики в YouTube на криптоканалах, их практически нету. Посмотрите, за каким-то редким исключением, это похоже на накрутки по всем крупнейшим каналам. И, кстати говоря, большое спасибо всем нашим новым подписчикам. Мы с вами пробили 102 500 и уже даже 532. И на прошлом стриме у нас было три победителя. Ранси Нил, Влад Тристов и Артем. Мы их поздравляем. Сейчас проводится тончайшая KYC и AML проверка каждого из них. Особенно вот этого. После чего призы будут высланы и отправлены на ваши указанные счета. Вот, участвуйте тоже в розыгрыше, пишите комментарии, живые, людские, хорошие комментарии. Только по UID-шкам бирж мы будем высылать вам, так что с камеры не пройдут, и роботы тоже. Вот, в целом все супер-мега-бычий, да, настрой сейчас у нас, что to the moon, 90к, 120к, вынос шортистов. И я, в принципе, с вами даже согласился бы, и соглашусь. И соглашусь, естественно, друзья. Но просто одно небольшое предостережение к вам, что... Вот, в телеге мы об этом писали. Вот почему еще важно быть подписанным к нам в телеграмчик. Чтобы не пропускать много важных алертов по дороге на Луну. Так вот, смотрите, что у нас здесь в телеграмчике было отмечено. Буквально только что. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ответьте себе на вопрос. В этот раз все будет по-другому? Посмотрите на график. Биткоин находится в середине пути, вот отмечены всеми такими же кружками и стрелочками, все, что было до этого. Мы только-только выходим в зеленый CMF, посмотрите. Четырехнедельный таймфрейм, посмотрите, это чуть младше месячного таймфрейма. RSI в разгрузке тоже выше 50, это уже зрелый, понимаете, актив, биткоин. Вот что он делает. Он растет и консолидируется в середине фазы своего роста. Мы входим в 2025 бычий год. Похоже, что. Хотя, опять же, возможно, это будет резкая вершина, и мы буквально там, вот, декабрь, январь, что называется, как, в принципе, и в прошлых циклах, и пойдем уже на коррекцию серьезную, на снижение. И она будет на зеленом. То есть, обратите внимание, что на трех, на старшем таймфрейме, да, в данном случае на четырехнедельном таймфрейме, зеленый money flow, его надо уже шортить. Это уже медвежий рынок. Поэтому вот сейчас буквально нас ждет с вами финальная экспоненциальная фаза маниакального пузыря. На ком, вы спросите? Да на шортистах. На шортистах, а на ком же еще? Шортов до 92 тысяч. Вон, взлетаем. Опять же, держим вас в курсе в телеге, абсолютно бесплатно. Будьте бдительны, сейчас много скамеров под видом блогеров. Всякую дичь впаривают. Это не мы. У нас весь контент бесплатный для вас. И просто смотрите, чтобы... Убедитесь в том, что вы подписаны именно на правильный телеграмчик, ссылка в описании. Вы представляете просто, что будет вот с этими товарищами, когда мы пойдем реально на 90 с чем-то к? Понимаете? Поэтому время, терпение. Здесь, на этом рынке, деньги забирает тот, кто умеет ждать, от тех, кто ждать не умеет. Но могут быть сильные очень сквизы, очень сильные проливы. И в моменте, да, есть шортовые сигналы, в том числе, как я вам и сказал, уже по Candle Wave.
есть, ну опять же, он, этот шорт уже, можно сказать, отыграл, вот он был, то есть сильно на этом не зацикливаемся. А также, не знаю, как, что делаете вы, но я лично набираю лонги на бирже PONX, о чем тоже вас оповещал, и ссылка на биржу в описании, обязательно зарегистрируйте на ней аккаунт, если у вас еще нету, потому что биржа просто крышесноснейшая. Вот QR-код на экране, по нему можно сделать себе аккаунт immediately, что называется. Биржа крышесноснейшая тем, что здесь можно торговать альту не только к доллару, но и друг дружке. И тон BTC, я набираю сейчас лонг, ребята, и эфир BTC тоже, я набираю лонги. Кстати, тон BTC вышел в итоге. Тон BTC я закрыл прошлый лонг с убытком, сейчас набираю заново. Дисклеймер, не финансовый совет, естественно. И можно разгрузить даже минимальную часть без убыток, просто чтобы отбить комиссию. Вот. Значит, эфириум BTC пошел в плюс, кстати, отскочил. И я думаю, что он дальше будет расти. Но можно хеджево, конечно, закрыть часть. Вот. И я, собственно, сейчас буду больше торговать на PONX, потому что, ребята, здесь есть разные фишки. Я уже показывал тем, кто смотрит меня давно. Но для тех, кто зашел впервые, ставьте лайк, во-первых, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. А во-вторых, сейчас покажу, как это делается здесь. Допустим, смотрите, эфириум к битку торгую я и жду, скажем, его выше 4 миллионов сатоши, да? Но... Опять же, я же не знаю наверняка точно, куда пойдет цена, да? Она может дойти до 3 миллионов 900 тысяч сатоши и развернуться, да? Она может пробить 4 миллиона сатоши и улететь на 4200, да? И потом консолидироваться начать. Она может сейчас сразу вообще пойти вниз, да, и упасть. И не дойти до туда. Поэтому часть, кстати, уже можно закрывать, я думаю. Что? У меня здесь какая-то прибыль есть. Вот, уже практически миллион сатоши. Поэтому я что могу сделать? На обычной бирже мы с вами это будем руками делать. На всех биржах мы будем ставить лимитки частичные, да? Если мы говорим про... частичную разгрузку, частичную догрузку, если вы понимаете, о чем я. Я торгую именно так. Я не выхожу никогда целиком, потому что, еще раз, я не знаю. Я вот тут выйду целиком, а цена сделает вот так. Зачем? Я хочу держать и здесь чуть-чуть часть сделки, и здесь, и здесь. Я буду выходить частями. Так вот, на обычной бирже у вас уходит на это минут 15-20, чтобы расставить кучу лимиток руками. А биржа PONX делает это за вас очень удобно. Мы просто нажимаем close, где мы хотим закрыться, и выбираем здесь не рыночное или лимитное закрытие, а сетчатое закрытие, grid close. Ну или по-русски это будет выход сеткой. И все. И дальше мы торгуем к биткоину. То есть здесь надо понимать, что цены другие в биткоинах. Кто не понимает, зачем торговать альты к битку, вот смотрите и учитесь. Затем, чтобы делать больше битка на растущем рынке. Чтобы пока сделаете больше доллара, у вас уже биток обгонит. И биток вон уже вчера 69, сегодня 77. И все, понимаете, вам надо уже долларов на 20% больше. А скоро начнется вообще лихорадка, я считаю. И здесь мы делаем очень просто. Мы ставим нижнюю цену, от которой мы хотим закрыть, и верхнюю цену, до которой мы хотим закрыть в битках. А также мы ставим количество гридов, например, 20 сеток, 20 сегментов в этой сетке, и сколько мы всего хотим продать, так, всю позицию или часть. Я, допустим, хочу продать таким образом часть позиции, скажем, 4 монеты эфира из 5, да, и нажимаю ОК, хоп, и внимание, друзья, вуаляшечка, и вот у меня сетка уже сделалась, смотрите, какая хорошая, до самого верху. Это реально экономит кучу времени. Это реально экономит кучу времени и сил, поверьте мне. Это одна из крутых фишек этой биржи. Вот, можно дальше вручную, так же, как мы любим, переносить, чтобы сильно не жадничать, да, часть можно перенести пониже уже, закрыться, потому что мы и так в плюсе. И можно часть вообще по рынку тоже кинуть, потому что мы и так в плюсе. Хоп. Вот, забрали 30 долларов. Короче говоря, очень удобная биржа. Это не только к тейк-профитам относится, но также и к... ордерам на покупку. Допустим, здесь мы можем зайти в grid buy sell, да, и собственно выставить также ведра теперь на покупку. Допустим, мы хотим купить обратно эфира по... Сейчас, давайте еще парочку кинем в рынок, просто чтобы у нас высвободилась маржи. Маржа в биткоинах, соответственно, поскольку мы торгуем к биткоину. Вот, забрали еще 90 долларов. Давайте еще заберем, чтобы не жадничать. Вот, по рынку, в смысле в рынок кидаем, да, 120 долларов со сделки забрали, 4,2 эфира есть. И, допустим, мы хотим докупать, если теперь эфир скорректируется к биткоину, да, куда-нибудь. Вот, мы смотрим с вами эту свечу, да, здесь все инструменты тоже есть, очень удобно, вот, Fibonacci. Вот мы уже 0,23 уровень, но, допустим, если мы скорректируемся еще ниже, мы здесь можем выставить ему также, купить нам эфира от, до цены 0,03 миллиона...
700, там, я не знаю, 20 сатоши от цены 0,03 миллиона, да? Сколько? Да хоть до конца этого импульса, вон, 3 миллиона 400. И также 20 гридами, сколько нам дадут сейчас докупить эфира? Ну, не очень много, у нас шаморжа вся в сделке. Значит, надо еще чуть-чуть разгрузиться. Еще чуть-чуть разгружаемся. Это для тех, кто уже торгует, тот понимает удобство, в чем фишка, в чем удобность именно этой биржи и такой торговли. А, да, вот сейчас он нам побольше даст расставить просто, да? Все равно почему-то мало дает. Не понимаю. Давайте еще закроем. 20 гридами это просто много, можно 10 реально делать. Давайте поставим 10 гридов, докупить нам еще, да, на... вот. 0,3 эфира, докупить еще 10 гридами. И вот, нажимаем buy, и вуаля, сеточка на покупку тоже встала, вот, видите, поэтому реально очень удобно. Плюс, еще раз говорю, уникальное отличие Pionex в том, что можно, в принципе, торговать альту к биткоину и альту к эфиру, что очень интересно. Uniswap вчера выдал 30%, сейчас корректируется. В принципе, можно Uniswap здесь торгануть к эфиру, надо только купить эфира тогда на споте. Вот, и очень круто, здесь никакого UTA, и KYC очень упрощенная. Кстати, каста, смотрите, касту под 100% APY у них можно класть на AI Strategy бота. Вот я его положил, но он что-то в плюс-минус небольшой уходил, сейчас опять пошел в плюс. Трейдинг-боты на этой бирже замечательные, вообще сумасшедшие просто. Фьючерс-боты, вот, которые колдуют сами в плюс, в них как в стейкинг кладешь, с низким риском выбирайте стратегии. Вот, он сам ведра ставит, сам все делает. Но вот на эфире сейчас, правда, залип что-то, у него ведра слишком низко стоят. Я, кстати, эфирного выключу, все, он у меня наколдовал, посмотрите, за полтора месяца где-то, или за два, сколько WSOT, вон, почти 80%. Ну там немного у меня в них лежало по 50 баксов, и он не всей маржой, по 500 баксов, и он не всей маржой торговал. Он торговал как раз на 280 баксов и принес 213 баксов. В общем, можно в них аккуратно пробовать побольше класть. Я думаю, что закрыть или пускай дальше торгуют. Я думаю, что закрыть, потому что знаете почему? Их надо иногда закрывать, взбадривать, друзья. Люди пишут, что вот, посмотрите, по битку тоже, у него ведра низко уже стоят, туда может и не добить. Можно закрывать, взбадривать, потом новое открывать. Люди пишут, что у них некоторые боты уже все залипли, или не приносят прибыли, или даже убытки несут, там, не знаю, за комиссии или за чего, из-за высоких рисков плеч. Короче, вы их тоже можете выключать, включать новые, пробовать, там, стратегии меняются. Вот здесь вот фьючерс грид боты, вон, посмотрите, какие есть, пятое плечо, 405%. Вот можно сейчас, я того закрыл, можно нового запустить, вот, на $500, какая бычья стратегия, да, или... Лонговая, шортовая тут стратегия, нейтральная. Короче, смотрите, пробуйте. Интересная тема. Вот, и теперь, соответственно, да, для ботов нужно, чтобы тезер лежал на обычном аккаунте, как бы на спот. Это получился вообще практически обзор биржи Pionex сейчас, ребят, на самом деле. Я считаю, что это без пяти минут обзор биржи Pionex. Я сейчас просто тренируюсь на вас, рассказываю. Вот, первым вам рассказываю. Ловите реально лайфхак. Скоро по ней большой обзор мы будем делать, нормальный. И вот я кладу тогда еще, сколько, не знаю, половину на фьючи из этого. Да, и здесь можно уже дальше смотреть, что происходит. И идти вручную торговлю. То есть на фьючи кладете то, что руками торговать, кладете на фьючерсный счет. Ну вон мемы летят какие-то по 50%. Опять щит-сезон, ребята. Щит-сезон, короче, альты тузамунит. Надо держать то, что еще не выстрелило. Поэтому, что я могу сказать здесь? Я могу вас только поздравить с тем, что... В принципе, мы увидим, вы меня извините, но довольно-таки бычьи штуки на рынке. И просто надо уметь дожидаться своего часа. Вот, OMUSDT, собственно. OMUSDT я буду шортить. Дисклеймер, не финансовый совет. У меня и так открыт небольшой шорт на Bybit еще. Я вот на Pionex тоже его присматриваюсь к шорту. Потому что вы меня простите, но на таком рынке, может быть, не сейчас, я говорю, он может быть выше еще улетит. Большие шорты сейчас нельзя брать против тренда. Но в целом монета, которая выдала уже 150 иксов со дна, и ее настейкали еще умные люди, еще там X3. Ну как бы это пузырь, его будут сдувать по-любому. Просто всему свое время.
не торопитесь. Все, что выросло, упадет, и все, что упало, не все, что упало, вырастет, правда, но все, что выросло, вот таким образом хайповым на крипторынке точно упадет. Но это может произойти через время, по синусоиде, понимаете, по синусоиде вероятности, вот money flow, вот этот зеленый, он будет угасать, и будет шорт-волна. Но сейчас без стопов all-in ни в коем случае не усреднять шорты, потому что крышка вам придет иначе, если вы так сделаете, вам придет просто каюк, понимаете? Если вы так сделаете. Никаких шортов без стопов, друзья. На Байбите тоже, друзья, я продолжаю аккумулировать лонги по самым крутейшим альткоинам. Как всегда, это лайткоин, самый старейший брат биткоина, близнец, который еще близко даже не начинал тузамунить, мягко говоря. И все с ним будет отлично, и стоит $200, я думаю, увидим и 1000, и 2 в какой-то момент. Вот, но также Polkadot, надежды возлагаю на него, что это все гигантское, громадное W, просто окажется вот такое. Ну, посмотрим, конечно, дисклеймер, не финансовый совет, сами все понимаете. MNT, long. MNT тоже ниже долларов, все неприлично дешево, как и биткоин ниже 100 тысяч. Ну, посмотрите на MNT, реально, он стоит, удерживает... Он стоит, удерживает 0.78 уровень Фибоначчи вообще неприлично долго и говорит просто купи меня, билетик в ракету, понимаешь? Но это долго так не будет, друзья. Я думаю так, но опять же, все ссылки в описании, решать только вам. Поздравляю еще раз всех победителей, призы скоро вам будут высланы, не переживайте. Проверяйте свои биржевые кошелечки и личку в телеге. Я надеюсь, что вы видели вчерашний стрим про Дональда Трампа. У нас было много гостей, много интересной инфы. И также вышло еще интервью Сизи, первое после тюрьмы, подкаст Рика Рубина и Джека Моллерса. Я надеюсь, что вы следите вообще за новинками на нашем канале, друзья. Так что, дабы не затягивать этот выпуск, оставлю его максимально информативным. Помните, что, ребята, вот мы в долгую. Только что прошли с вами халвинг биткоина не так давно. Выборы президента США буквально вот вчера, да? И, ну, и как бы, как вам сказать, такой рекордной печати денег, я думаю, что мы не видели ни в одном из предыдущих циклов. Поэтому, правда, на нашей стороне. И вот еще одна последняя вам метрика перед тем, как мы закончим. Это доход майнеров. Посмотрите, какие были пики по доходности майнеров. Везде, где был фактически пик рынка. И даже здесь, хоть это был и промежуточный, будем надеяться, что пик, потому что мы видим тут аптренд по доходам майнеров. В целом, скорее всего, мы увидим еще большую шпильку. Но тем не менее, да, шпильки, кстати, растущие. Обратите внимание, на метрики доходов майнеров шпильки не падающие, а растущие. Так вот, это был промежуточный пик. Но посмотрите, как далеки мы сейчас от пика. Поэтому, друзья, я думаю, что все... Мишки в ловушке, что называется. Все те, что ждут сейчас купить биткоин подешевле, по 59 и так далее, останутся ни с чем. Но краткосрочные сквизы никто не отменял, ребята. Краткосрочные сквизы в студию, так что скальпим осторожно, на свой страх и риск. О, посмотрите здесь, какой был покупатель интересный у нас по ТРДРу. Вот, на свой страх и риск, ребята, все нужные ссылки в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы ничего не пропускать. И... Также подписывайтесь в телегу, пишите хорошие комментарии. Таким образом вы автоматически участвуете в розыгрыше 500 тысяч сатоши. А это сейчас уже совсем другие деньги в долларах. Ну и вообще на связи с вами. И спасибо, что смотрите Crypto Commons. И скоро увидимся в следующих видео. Пока.